ну, как бы, очень вот этот вот момент, момент симпатии между игроками, стечение обстоятельств очень важно. И вот чел, который, который вот когда, помнишь, рассказывал, что типа не нужно вот это ползать, нужно постоянно бегать, стреляться, он в этом плане прав, но это как бы нужно, чтобы ты вот точно говорил, что ты выйдешь, ты убьешь. А если я вчера бегал, и я просто до сих пор 10 раз человека не могу попасть, то тут, конечно... Наша лошадь. Конечно, когда типа как бы. Thank you.
ёбчу сюда, и как это тебя он так? Артём, давай иди сюда. Да я понял. Пойдет. Где мой обрез был? Я на него переключился, чтобы было сильно.